Совместный турецко-российский центр наблюдений работает уже около 11 месяцев. С постановлением, подписанным между Турцией и Россией после Второй Карабахской войны, которая привела к победе Азербайджана. Объединенный центр наблюдения находится в Карабахской экономической зоне с целью прекращения всех конфликтов и регистрации нарушений режима прекращения огня. Совместный центр наблюдений был создан на территории в 4 гектара, недалеко от села Мерзили, Агдамского района. Здесь на поле, площадью 40 тысяч квадратных метров, построено 65 сборных объектов. Турецкие и российские военнослужащие, включая персонал беспилотных летательных аппаратов, БПЛА, несут службу в центре наблюдения. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.